Третий лицей Казанского университета стали уже давно хорошей традицией. Совместно с ученицами 12-й гимназии имени Аитовой состоялся 5-й весенний бал. В IT-лицее это традиция уже с самого открытия 2012 года. Это традиция, которая посвящает наших детей в традиции истории того времени и прежде всего умение танцевать, общаться с девушками. Но кто не знает своей истории, тот не видит своего будущего. Я думаю, что это, во-первых, самое важное. По уже сложившейся традиции бал прошел в концертном зале Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. В этом году он был посвящен советской рок-опере «Юнона и Авось». Известную историю о русском мореплавателе и его возлюбленной дочери губернатора Аляски. И дети радостно восприняли эту тему и решили уже поздравить нас с таким своим атмосферой праздничной. В эпоху того времени люди всегда стремились налаживать отношения с представителями различных кругов общества. С этой целью и устраивались балы. Гости обычно вели светские беседы, говорили о театре, музыке, последних новостях. А ученики IT-лицея 12-й гимназии смогли не только сами перенестись в то время, но и приблизить гостей к атмосфере 19 века. Это мой первый бал. Мы начали готовиться в начале третьей четверти. Я всегда хотела танцевать на балу, потому что это здорово. Мне кажется, каждый должен уметь танцевать. Когда ты его надеваешь, начинаешь танцевать, кругом царит такая атмосфера. Костюм, естественно, важен, и он еще больше приносит тебя в ту эпоху. Над костюмами учащиеся постарались изрядно, платья в пол, костюмы и фраки. Все участники бала блистали нарядами и кружили в вальсе, а девушки, ровно держа осанку и улыбаясь, с радостью соглашались на еще один танец с кавалером. Все гости, участники бала, запомнят это событие еще на долгие годы. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.